и модель Анастасия Костынко не привыкла сидеть дома и частенько выбирается в свет. Несмотря на то, что дома ее ждет маленькая 4-месячная дочка Лана. А недавно ее супруг, футболист Дмитрий Тарас, поделился со своими подписчиками в Инстаграм, что провел свидание с любимым. Они пошли на фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли. Кстати, подписчики в комментариях шутили, что это история про его бывшую жену Ольгу Бузову. Однако больше всего подписчиков поразила стройная фигура Анастасии Костенко, которая совсем недавно стала мамой. Кстати, девушка не раз делилась со своими подписчиками в Инстаграм, как вернуть стройную фигуру после родов. Пользователи сети писали, что Ольге Бузовой и не снилось иметь такую стройную фигуру. Ну а на этом все. Всем удачи и до новых встреч!